Итак, приветствуем вас на канале. Сегодня уже третий день. Решили окончательно добить ноги. Естественно, для ребят, которые в городе не привыкли топтать скалы, это новое впечатление, я так думаю. Но действительно, все-таки сложно. Вчера мы по ущелью Учкош, позавчера был храм Солнца. Вот, а сегодня мы решили по Штангеевской тропе подняться на... Ставрикая, короче, Крестовая гора, ее знают очень и очень многие. Место мы покажем, как это для тех, кто не видел. Это довольно-таки серьезный маршрут, который, ну, по своей красоте не сравним с гораздо большой массой, скажем так, маршрутов, которые рекомендуются для путешествий по Крыму. Оставайтесь на канале, что увидим, расскажем, покажем. Ну, в общем, начинаем от водопада Учансу. Оставайтесь на канале. Ну, вот водопад Учансу, конечно, пересохший. Воды как таковой нет. Его сезон закончился. Но наша задача сейчас подняться над водопадом, то есть на вот те скалы, откуда вода извергается. Вот, солнышко выглянуло, уже веселее. Вот у нас второй день. Начинается с экстремального подъема. Камера не покажет, конечно, крутизны этого подъема. Но тем не менее. И вот он, верхний каскад водопада. Да, сверху водичка как бы летит. Но очень и очень слабенько. Ну, поднимемся потом, посмотрим, как там река себя ведет. И вот опять солнышко. Солнышком все-таки веселее. Вот водичка просто стекает по скале, образуя довольно-таки большое озерцо. Вот вторая наша отправная точка, немножко усилий мы поднялись посмотреть орла ближе, и отсюда уже начнется, ну, скажем так, небольшой затяжной подъем к месту, откуда падает сам водопад. Вот он, орел, которого все видят снизу, так выглядит вблизи. Это практически девственный лес, где стоят еще вековые сосны. Для этого создаются заповедники. На эту скалу мы сейчас поднимемся, и с нее начнется уже маршрут. Кстати, уже распустились цветы купины неопалимой. Растение ядовитое, руками его ни в коем случае трогать нельзя. Ожоги будут очень сильные. Преграждают путь заваленные деревья-гиганты. Привести, типа, попробовать в действии. По-молодецки. Пошли дальше. Ну, то же самое и с кикермен. То же самое. Сейчас посмотрим. Вот ландыши вовсю цветут уже. И вот с такого ракурса мы смотрим на Ставрикая. Наша будет конечная цель — подняться туда. Креста мы что-то не видим на вершине. Но посмотрим, подойдем ближе, посмотрим, что там. А пока, пока подъем. Походника — это качество жизни. Не какие-то там. Вышли уже к первым скалам. Скалы нависают над головой. И дальше мы будем двигаться по Штангеевской тропе. Ну, то есть на чем концентрируешься. Да. Вдали мы видим Ялту в дымке. Море греется. И после обеда, если вот так вот будет солнечно, будет вообще в дымке. Мы поднимаемся все выше. Начинается водопад Учансу сверху. Здесь некогда были потоки, которые несли глыбы камней. Сейчас это все подсохло. И ближе к краю пропасти это все выглядит вот так. И как на ладони город Ялта. Thank you.
Я тебе говорю, что вообще нормально. Вот так вот начинается самый большой водопад на Чансу, в переводе «летящая вода». Мы были внизу около часа назад, и вот. Так вот. Да, кто-то видит этот водопад только снизу. Мы же сегодня показываем, как это выглядит и снизу, и сверху. Вот так вот под нами. А, вон там люди стоят, кстати. Маленькие-маленькие, как муравьи на площадочке. И орел. Ну вообще, кстати, ну вот на видео хочу сказать, что ну видео там тоже очень круто, но когда это все вживую, это вообще несравнимо. Поэтому все в Крым. Да, да. И вот вывод сделал. Вот такие водички маловато. Купили, хорошая водичка. Приятное, но мелковато. Мы пройдем выше. Ну, во время разлива просто не перешли бы. Поднимаемся вверх по реке Учансу. Река водопадная. Пока купели такой, чтобы глубокой мы не нашли. Вот они, дикие тайные места. Сюда ходят редкие. Да, тут глубина отличная. Молодец! Молодец! Вот она сила! Как впечатление? Вообще супер! Теплее вода, чем вчера? Ну, изначально да, но потом... О, хорошо! Хорошо, знаешь, там хорошо. Там вода. Хорошо. Не, рекомендую. Закаляйтесь и будьте здоровы. Это что-то, это все просто. Зимой начинать сложнее, сейчас. Заплыв номер два. Хорошо!
А, хорошо. Не, обалденно. Отлично. Такая вот находка прямо возле этого чудесного места. Пирамидальная скала нависает прямо над нами. Пока мы купались, вышло солнце. Вообще сейчас просто ванная получилась. Настоящий бассейн. Да-да. Вот, в принципе, мы нашли то, что искали. Мы хотели нормальную купель. Мы ее нашли. И теперь возвращаемся на Штангельскую тропу. Идем на вершину Ставрикая. Утес Ставрикая, гора Крестовая. Сегодня ветра нету, поэтому покажем, какие виды открываются именно с этой вершины. Оставайтесь на канале. Путешествуем вместе. Бомба, да? Здесь бомбейский вид такой. Вот так вот, стоя на краю пропасти, мысли чуть-чуть другого плана, нежели когда идешь по набитой тропе. Как-то мысли не словами, а образами. Да-да-да-да, по-другому. Тепло. Наверное, градусов по 30, да? Ну, около того, да. Около того. В общем, вот как-то так. Виды здесь шикарнейшие. Рекомендую. Оставайтесь на канале. Путешествуем вместе.